Всем холла, с вами Артурио. Решил наконец-таки записать гайд на Фростмага. Это связано с тем, что совсем скоро будет нерф Т4 шмоток на Арканмага, и Арканмаг уже не так будет играбелен, как Фростмаг. Даже на данном этапе у меня получается выдавать больше ДПС в Фростмаге, нежели в Арканмаге. Давайте сразу без воды я расскажу вам, что такое Фростмаг и что нужно делать, чтобы быть в топе ДПС. Давайте начнем с талантов. Билд можете видеть на своих экранах. Многие фросты играют через чародейскую медитацию. Но с послушником разума у вас будет больше ДПС. Это обуславливается тем, что у вас стоит символ раскаленного доспеха. То есть от духа у вас будет добавляться больше ткрита. Но остальные символы мы берем символ извечной воды и символ ледяной стрелы. Следующее мы разберем в профессии, что мы выбираем. Инженерное дело, наложение чар, партняжное дело и ювелирное дело. В инженерном деле мы делаем чарочку на кисти рук, которые дают 340 СПД на 12 секунд, а КД 45 секунд. И чарочку на ступни, которая раз в 3 минуты дает нам дополнительную скорость передвижения. В партняжном деле мы берем себе чарочку, которая прокает 400 СПД раз в 45 секунд. Наложение чар, чарочки на кольца. В ювелирном деле мы делаем себе камни, плюс 69 к СПД, такие можем воткнуть мы в 3. Следующее мы разберем характеристики. Скорости вам также нужно 1000-1100, а критического удара вам нужно в идеале на процентов так 35, а меткости в процентном соотношении где-то 12. Напомню, что дух вам не нужен от слова совсем. Ну а что касается СПД, чем больше СПД, тем лучше. Следующее мы разберем вещи, что нам нужно. Разумеется, все вещи нам нужны с костой и критом. Также мы рассматриваем, безусловно, билд 4Т4 шмотки. Это нужна нам голова, плечи, грудь и ноги. То есть в идеале, если у вас все будут вещи, это с скоростью и критическим ударом. В аксессуарах в идеале будет сердце грома, которое можно выбить в Толгороде. И также ж глаз Грула. Если у вас нет уже глаза Грула, можно выбрать конденсатор, можно выбрать власть мертвых, или же купить у вендора Зауде талисман восстановления, который раз в 2 минуты дает вам плюс к СПД 1195 на 20 секунд. Следующее мы разберем сокеты и чарочки. Сокеты вы, в принципе, все берете на скорость и СПД. Вот, тут если же вам не хватает крита, у вас слишком много хосты, да, вам нужно взять, конечно же, крит. Смотря, ну все зависит от ситуации, в принципе. Что касается чарок, чарки вы на голову берете, это плюс к СПД и криту. А на плечи вы берете к СПД и криту. На грудь вы берете СПД, на запястье вы берете СПД, на оружие вы берете сила заклинаний, чарочка. На кисти рук вы берете к критическому удару, и на ноги вы берете к СПД и духу. Ну и самое интересное, это у нас соло-ротация и АОЕ-ротация. Давайте начнем с соло-ротации. Как это работает в теории? Заведомо вызываем элементаля воды. После этого спамим ледяные стрелы до прока ледяных пальцев. Как только прокнули ледяные пальцы, мы отдаем свой бурст. Это зеркальное изображение, это стылая кровь и чарка на перче. После этого, как прокнули ледяные пальцы, мы отдаем глубокую заморозочку. Как это работает на практике, смотрите внимательно. Отдаем ледяные стрелы, прокнули пальцы, нажимаем свой бурст, отдаем глубокую заморозку. Спамим ледяные стрелы и по проку отдаем стрелу ледяного огня. Прокнула стрела ледяного огня, отдали. По откату глубокую заморозку нажимаем обязательно с проком пальцев. АОЕ-ротация практически ничем не отличается от соло-ротации. Если больше 5 целей, вы отдаете глубокую заморозку и отдаете снежную бурю. Выглядит это следующим образом. Нажимаете, даже можно без прока пальцев, отдаете глубокую заморозку и нажимаете снежную бурю.
А если же до 5 целей, в идеале, конечно же, бурстить, как вы бурстили в соло ротацию. А также 4×4 комплекта у вас после нажатия глубокой заморозки, у вас появляется вот такой баф, который называется сердце льда. Что он дает? Вы бьете в эту цель, и урон идет АОЕ. Но все мои макросы и бурсты вы можете найти в описании. Ну а на этом все, вот такой получился гайд на Фростмага, так что если есть какие-то замечания, пишите в комментарии, с удовольствием выслушаю и прочитаю ваши комментарии. Ну и кому понравилось видео, ставь пальчик вверх, подписывайся и нажимай на колокольчик. Также залетай на стримы ежедневные, мы на стримах каждый час разыгрываем голду. Всем спасибо, всем удачи, берегите себя и до встречи. Да какой дну...